Наверное, всем хозяевам известна проблема грязных лапок собак после прогулки. Для облегчения жизни хозяевам и их питомцам существуют лапомойки. Лапомоечки бывают разных размеров – для собак мелких, средних и крупных пород. Что же представляет из себя лапомойка? Это пластиковое ведрышко со специальным силиконовым наполнителем внутри. Мягкие ворсинки обеспечивают тщательное очищение лапок от грязи. Пользоваться ей очень просто. Наберите воду в лапомойку и засуньте лапку вовнутрь. Это отличный аксессуар для тех хозяев, кто дорожит своим временем.